Александр Градский, композитор, певец, педагог. Научил пению Марину Хлебникову. Женат третьим браком уже 20 лет. В отношениях стабилен и консервативен. Высоко ценит профессионализм. Комфортно чувствует себя в одиночестве. Из напитков отдает предпочтение виски. Спортивный телевизионный болельщик. Обладает своеобразным чувством юмора. Не пафосен. Потрясающе работоспособен. Часто приходили люди, которых я давно не видел, или которые не звонили там сколько-то времени, а на день рождения все собирались. Вот так на 30-летие вообще совершенно невероятно. Там, мы посчитали, 65 человек пришло в 26-метровую квартиру. Да, да. Как молоды мы были, как молоды. Какие-то собаки пришли. Лена Коренева привела какого-то парня итальянского с огромной собакой, которую напоили шампанским. Большой дог пятнистый ходил, заплетался. Поэтому он всем мешал, его дразнили, потом действительно он уже спился окончательно. А Лешка залез на диван, на шкаф. И взял себе салатики такие, вот, курицу, там, вино и на шкаф. И так со шкафа со всем этим наблюдал. Через год моя бабушка почуяла какой-то запах неприятный, в ее комнате был маленький. Вот там так оставил тарелку, и в конце концов это стало просто источать замечательный запах. Но все ржали, конечно. Мы заслужили эту власть. Им всем на нас накласть бы. Но как им на нас накласть? С молчанием и с покорностью не пережить, не выжить. Кто с такой скоростью обзавелся вдруг совестью, тот новую задницу лежит, оближет. Новый зад к языку верноподданных ближет. Все на лыжи, новый лидер после невыжилью проложил все на лыжи. Боюсь им не сдохнуть бы, а нам от них не продохнуть. А может они, это мы были, и в этом не соль, не суть. Понятно. Ничего.
чего? Ни за что. Я буду петь вам блюз, baby. Я буду петь вам блюз.